Всем привет, я сейчас нахожусь на основном аккаунте, и у меня в магазине появилось спецпредложение «Арена в джунглях». Я, походу, не покупал на этой арене спецпредложение, вот, и оно у меня вот сейчас вплыло, я думаю, ну почему проходить мимо? 50 тысяч золота, мы сейчас с вами фармим золото, да? У нас уже, кстати, почти 1,5 ляма, сейчас только задонатим, и у нас будет ровно 1,5 ляма золота. А как я их нафармил? Да все просто, это только гранды, больше ничего... То есть я вроде не закидывал на... А не, были, по-моему, какие-то спецпаки с эмодзи, да, там было 100 тысяч золота. Вы можете пересмотреть серию роликов, где я показывал колоды по грандам. Возможно, вам интересно будет, чем проходить гранды. Разные деки, совершенно с разными танками. Поэтому, если вам интересна такая тема фарма моего золота и наблюдать за разными колодами, прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал. И нажимай на колокольчик. Ну что, 10 баксов, донатим, а потом идем в глобал. Поехали! Так, транзакция сейчас должна пройти успешно, и все, поехали, открываем сундук, что он слабенький, а, ну это же 9-я арена, да, или какая она там. Так, быстренько крутимся до леги, меня больше интересуют легендарные карты, вот, а дальше, так, леги. Так, мне бандитка и шахтер надо, я представляю, если мне и то, и другое выпадет. Принцесса или, угу. Слушайте, мега-рыцарь-то нафиг не нужен, по сути, а 20 тысяч золота пригодились бы. Как думаете? Да, вы можете меня осуждать за это, но мне золото важнее, чем мега-рыцарь. Серьезно. Итак, ебой, не успел сделать скриншот, когда золото разлетелось. Жалко. Так, погнали в глобал. Смотрите, какая у меня колода есть интересная. Вот такая вот, голем 3 с пыла. У меня 5200. Блин, хотел на стриме поднять... 5500, но походу стрим по твинку будет, не знаю, посмотрим. Пишите в комментариях, по какому аккаунту вам больше стримы нравятся и какой проводить. Так, отличная игра, еще не началась, а уже отличная, как это смешно. Давайте сольем 3 миньончиков, он сливает мегамуху, скорее всего гигант будет. Так, здесь у нас тоже мегамуха полетит. Голем, это голем, пацаны. Ладно, сливаем, значит, бревно. И ставим тоже голема. Так, мой мегаминьон выживет. Но, к сожалению, толку... Ой, блин. У него такая же дека. Но только чего фейспалм, потому что... Посмотрите по эликсиру, как я проиграл. Так. Дровосекс. Дровосек. Так. Давай уничтожай уже эту ведьму. Так, здесь у нас 3 миньончика. Тут у нас зап. Вау, нифига как провернул я все красиво, да? Так, ну он почему-то все равно больше урона нанес. Потому что голема я не так... Ой, у него сборщик есть. У него есть сборщик. Так, кидаем файр. Это, знаете, такое ощущение, что он мне фак показывает. Вот этот смайлик. Ну чё ты делаешь фейспалм? Ну чё ты? Что не так? Я же должен был фаерболом все равно нанести урон твоему сборщику. Я в шоке, как я по эликсиру проигрываю. Это жесть. Эту катку я сливаю, друзья мои. Так, ну ладно. Смотрите, я только ставлю голема, у меня 2 элика, а он уже ведьму выпустил и голема. У него там пипец, я где-то на 3-4 эликсира проигрываю. Так, ну что, что же ставим ведьму? Это минус башня будет, судя по всему. Так, здесь дровосек. Так, дровосек, сек, сек. Так, вылетают всякие дурачки. Мы их быстро уничтожаем. Здесь мегамуха. И у нас снова есть голем. Сейчас бы его поставить. Вот просто. Так, неплохо, неплохо. Нам же еще, кстати, мы не добили вот здесь башню. Поэтому я сюда вот сливаю вот так вот, смотрите. Голема, так, отлично. А где мой зап? Где мой зап? Файр, 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 миньоны. Отлично, отлично. Зап, 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 зап. Тихо, 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 тихо. Так, вышку забираем. Ох, пацаны, ну что я могу сказать? Я попробую сейчас, конечно, пропушить. Но мне кажется, он быстрее заберет. Намного. Так. Да, скорее всего, он быстрее заберет. Осталось 4 секунды, так, да-да-да, блин, по эликсиру проигрывал весь бой. Ну, игра хорошая, согласитесь, вот в конце еще чуть-чуть бы и прожал.
Так, давайте посмотрим, что по рекорду. А, у него молния была, вау. Угу, интересно. Так, ну поехали, еще один бой. Где-то на 3 эликсира я проигрывал. Ну ничего, бывает. Поражения я их не сильно боюсь. То есть я все равно наверстаю то, что проиграл. Вот, так. Тихо. Это, походу, Дима Гранде катать пришел. Тихо. Да елки-палки, блин. Как не вовремя. Лава, что ли? Не, стоп, что это? Хок? Нет. А, я понял, что это. Я понял, что это. Бревно. Только... нормально, конечно. Вот эти летучие мышки прям вообще идеально. Хорошо. Ставим голема. Это, походу, пламенный мега-рыцарь или мартира. Что это, блин, за бред? Не, мартира с надгробия. Ну, я понял. Понял суть колоды. Так. Здесь миньончика выбросим. Используем зап на это все дело. Забрасываем ночную ведьму. Нам бы еще бревно пригодилось бы. Вот так вот, смотрите, бревно. Сохранить ведьме жизнь. Отлично. Ну, она, конечно, сдохла, но хоть чуть-чуть рыцаря надамажила, или этого разбойника. Так, ну что, мы тоже урон нанесли, да? Да, в свою очередь мы неплохой урон нанесли. Но сейчас будет снова атака. Только надо вот по какой стороне понять. Будет ли он контратаковать слева или будет справа. Ставим голема. Сейчас сразу же полетит вот эта тема. Закидываем миньонов. Сейчас используем вовремя зап. Пау. Эй, да сука, ну блин. Этот шахтер просто. Так, мега миньон. По этот фаер. Фаербол. Эй, отлично. Да отвали ты, а. Реально, отвали. Так, шахтер. Ой, какой шахтер? Дровосек. Так, а у нас нечем добивать, да? А, не, у нас же фаер есть. Лол. Так, тут ночная ведьма. Тут у нас миньончики пойдут. Вот здесь у нас бревно. Такое вот бревно. Так, мега-муха. Используем зап. Та сука заспамила. Блин, друзья, 330... Короче, что-то не идет вообще катка. У меня, знаете, тут были небольшие замены. Нарек мне говорил заменить дракончика на, по-моему, трех миньонов, бревно на торнадо, вот. Ну, точнее, наоборот, бревно на торнадо и поизон на фаербол. Это все прекрасно, но мне что-то более удобнее играть вот этой связкой. Вот без торнадо вот мне как-то не идет. Вот заменил вот эти карты и все, и просто... Ну, как сказать, не понимаю некоторые моменты, как дефать, блин. Просто привык уже к этой связке, что у меня есть торнадо, привык, что у меня есть сплэш-юнит. А так теперь как-то вот стрёмно играть стало. Хотя я понимаю, что в любом случае дело в том, что я, наверное, с колодой плохо обращаюсь, да, типа что-то не так делаю. Ну, уж мне комфортней той колоды, которую я понимаю, которую я, в принципе, выбрал сам. Вот это, почему я не люблю всякие советы дек, потому что они мне не помогают. Я беру те деки, которые я понимаю. Блин, дровосек рано выпустил. Так, ладно. Готовим зап. Хок. Угу. Активировать вышку. Есть. Так, я не понял, это хок что такое, с мега-мухой? Что это за колода? Так. Мега миньона пускаем. Так, что теперь? А теперь, наверное, ночную ведьму.
Запать не будем. Запать не будем. Подкинем, знаете что? Подкинем дровосека. Ну, чтобы ночная ведьма просто так... Ага, Тесла, я понял тебя, понял. Блин, офигеть, Тесла дефает. Торнадо только следующая карта у меня. А чтобы слить, какую... Ага, я понял. Хорошо, давайте вот такой вот зап сделаем. Так, прекрасно. Теперь выбрасываем сюда дракона. Сюда мегамуху. И сюда вот так вот торнадо. Ой, не очень все, но, по крайней мере... Тихо! Ну, муха, ну куда ж? Да, трудно было задефать. Трудно. Так, ну что ж, забиваем. Я думаю, все равно слева уже, мне кажется, не спасти. Вот. Забивать или не забивать? Ну, я забиваю. Только я вот очкую, знаете, что он три короны заберет. Это страшно. Так, тут Poison. Дракон и торнадо. Блин, офигеть, а что так много урона-то? Можно полегче? Полегче можно? 20 секунд? Во-во-во-во, все, пошла жаришка. Так, он сейчас должен подкинуть Хога на трешку, скорее всего. Да, вот он Хог. Главное, чтобы без рыцаря. Отлично. Зап. Оп. Так. Кто же быстрее заберет? Ха-ха, я заберу быстрее. Да, пацаны. Так, где мой... О, вот этот. Эть. Вот, с этой декой попроще. Торнадо, конечно, тянет меня. Поехали, еще одну каточку. Может быть, две. Может быть, три еще, не знаю. Так. Сборщика, конечно, мне немножко непривычно. Ладно, ждем. Так, Хок. Ой, шахтер. 5 уровня. Блин, что, подурели, что ли, на 5200 все с 5 легами? Ну, хрен поднимешься просто. У меня тоже 5 леги, но так я же хочу подняться на 5500. Но я не могу подняться из-за того, что каждый, там, третий игрок с фулл легами, там... Ну, не только, даже, знаете, не только в легах дело. Они же с рекордом 5900, 5800, 6000 подбираются. То есть... Ну, которые должны сидеть там, сидят тут. То есть из-за них не могу подняться. Так. Ох, все равно дровосек немножко дал. Что это с ракетой такое? Пека? Хрен знает. Хрен знает, что это. Палач, мне кажется, там еще есть. Так. Ну тут мегамуха. Так, здесь ночная ведьма. Ага, колдун вместо палача. Торнадо еще должно у него быть. Я думаю, что с помощью торнадо колдуна нам подтянуть надо, так как, ну нахер, мешает он нам сильно. Вот, валькирию быстро убили. Минус маг. Так, тут зап быстрей. Оп, быстрей. Ой, отлично. Мегамуха, ну чё, вот чё, блин, моя бы вышка била бы мегамуху, а его вышка сначала убила летучих мышей. Вот так вот, значит. Так, осталось 14 секунд и ставим голема. 10, 9. Всё, время голема пришло, поехали. Ставим голема. Так, шахтер, ну не будем его дефать. Хоть и 5 уровень. Хотя вот надо дефать, мне кажется. Так, вот сейчас стрёмно выпускать какие-то... Хотя давайте, дракон быстро летит, он не успеет ракетой нанести ему урон. Так, здесь ночная ведьма. Здесь... так вот. Так вот, вот так вот. Так, отлично. Ну, в принципе, неплохо, смотрите. Урон-то проходит. А что нам еще надо? Так, нормально. Так, 1100 хп. Ну что, ставим снова голема. Здесь торнадо, чтобы мышей убить. Торнадо убивает мышей. Так, запускаем, смотрите, дракона. Может, забайтим заодно на ракеты его. Я сомневаюсь, конечно. Я стараюсь, конечно, карты выбрасывать подальше, но не получается, все равно ракетой попадает. Смотрите, да?
Короче, нам единственное, что это Шахтера надо контрить. В основном он ракету тратит на деф, поэтому, ну... А, все, победа. Ха, лол. Все, до свидания. Классно. Вот с этой декой, да, вот с этой декой у меня получается. Ну что, поехали последний, решающий, чтобы уйти в плюс. А то мы вначале слили. И, в принципе, на этом будем ролик завершить. 12 уровень, вау. Так, ну что ж, вот ненавижу только колоды с Инферно. Все остальные вроде бы, ну, более-менее. Вот с Инферно Драгоном, с Инферно это сильно. Так, Торнадо хоть нормально? Не, не нормально Торнадо. А как? А как так? Вроде бы не нормально, а вроде бы и нормально. Вот, сука, что это? Что это за... Ой... Ладно. Клем вперед. Ведьма. Дракон обкинуть. Кидаем дракона. Валька. Ой, боже. Вот больше всего ненавижу такие колоды непредсказуемые. Так, ну тут однозначно, однозначно. Вот так вот. Все, смотрите. Забираем мушкетера, забираем ведьму. Еще смотрите, какой бешеный урон прошел. Так, окей. Хога дефаем торнадо, а гиганта мега мухой. Ну, больше ничего не буду подкидывать. Естественно, хог тычку сделает, но если бы там ледяной... О, да, ледяной дух бы был, то 0 тык бы было. Ну, а так... Ну, давай гиганта подкидывай. Боже, зачем брать и гиганта, и хога в деку? Я не понимаю. Так, поехали. Быстренько. О, фак. Бля, ну это просто кошмар. Стрел нету и все. Я даже не хочу смотреть, мне страшно смотреть. Фух, я думал вышку снесут. О боже. Что за деки? Как они вообще живут? Как они играют такими колодами? Неужели это тащит? Блин, я не знаю. Просто ведьму не слить. Что делать? Сливаю... Голема. Сливаю голема. Сливаю дракона. Поехали. Хога не подпускаем вообще. Хог 0 тык сделает. Ну вот гиганта, я не знаю. Гиганта это на рандоме как-то надо задефать. Так, вышку забираем наконец-то, я думаю. Да, вышку мы заберем. Отлично. Давайте, короче, я думаю, что шанс есть у меня здесь задефаться. Так как теперь я могу дефать его орду мух. Так, крутимся до торнадо, короче, 26 секунд. Мне такое ощущение, что у него нету фаера, нету там, ну, вообще тяжелых спилов. А чисто... А, вот фаер, сука, есть. А что ж делать тогда? Что ж тогда делать, а? Блин. Ставим голема. Ну, представляете, если он сейчас... Так, 73 хп. Чем он добивать будет? 3, 2, 1... Я просто ору. Вместо того, чтобы взять какой-то второй спел стрел, либо зап, он берет гиганта, либо... Что тут? Ну да, он берет хога, либо гиганта вместо этой карты. Не понять. Мне его логику не понять вообще. Еще и армия скелетов непонятно зачем. Короче, ладно. Продолжим мапать кубки на следующем... В следующем ролике или на следующем стриме. Не знаю, когда у меня стрим будет по основе. Но вы подписывайтесь и ждите. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам удачи. Не болейте. И до скорых встреч. Всем пока.